В этом году появились новшества в декларировании доходов. С 1 января началась декларационная кампания по доходам, которые жители России получили в 2021 году. Декларацию нужно предоставить до 4 мая из-за переноса срока с субботы 30 апреля. Отчитаться от доходов должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, которые занимаются частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, в том числе и не ведущие предпринимательскую деятельность. Одним из новшеств является то, что не обязательно представлять, то есть необходимость представления декларации по реализации имущества недвижимого до 1 000 000 рублей и прочего имущества до 250 тысяч в доходах 2021 года отсутствует. Эта норма введена с 2022 года и действует по доходам, полученным в 2021 году. Новая форма декларации есть на сайте ФНС в личном кабинете налогоплательщика. Самый удобный способ предоставления декларации – через личный кабинет. В прошлом году больше половины документов поступило в инспекцию электронно.